В 2016 году Раменское стало центральной площадкой акции «Лес Победы». Именно в районе геофизики высадили самое большое количество сеянцев. Как видим, сеянцы прижились и понемногу растут. По статистике, 91% сеянцев, высаженных в ходе акции 2015-2016 годов, приживается. Поэтому есть надежда, что именно здесь, в районе геофизики, на месте вырубленного леса, вот мы видим, еще пеньки остались, вырастет большой и серьезный лес. Все время я здесь гуляю, и все здесь очень хорошо. Здесь и праздник был хороший, и посадки были хорошие, и вообще все здесь очень привелось. Как считаете, польза есть от акции? От акции? Ну, я не знаю, наверное. Во-первых, стало по-другому, и стало как-то очень свободно и легко дышать здесь. Вот поле красивое. Вот. Ну, наверное, молоденькое все вырастет. Непонятная ситуация, правда, с кленовой аллеей. Как видим, из всей аллеи осталось всего лишь два дерева. И вполне возможно, что сейчас клен имени губернатора Московской области украшает чей-то дачный участок. Очень хороший, так что через года 4-5 будет уже лесок. Вот. Удачи вам, счастливые елочки растут.